Алло. Алло. Кто это? Нажмите кнопку. Здесь был диван. Я только что на нем лежал. Причем здесь диван? Никогда не слыхал никаких сказок о диванах. Был ковер-самолет, была скатерть-самобранка, были шапка-невидимка, сапоги-скороходы, гусли-самогуды, было чудо-зеркальце, а чудо-дивана не было. Понедельник начинается в субботу. Август на сей раз начнется в июле. Меня ребята ждут. А это мы все устроим. Ребята ничего не заметят. А что это все значит, вся эта суета вокруг дивана? Диван — это транслятор, создающий вокруг себя М-поле. Говоря проще, преобразующий реальную действительность в действительность сказочную. Тебя спасло только то, что диван работает четверть силы на темновых токах. Иначе проснулся бы ты каким-нибудь мальчиком с пальчиком или котом в сапогах.